Разыскивается Аглямов Марсель Маратович, 1997 года рождения, который 7 октября этого года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы пропавшего: высокого роста, среднего телосложения, лицо овальное, глаза зеленые, волосы прямые, черные. Был одет: шапка черная, куртка тряпичная черного цвета, темно-синие джинсы на ногах, кожаные ботинки черного цвета. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, звоните по телефонам, указанным на экране.